вы вели практически всю игру 1-0, и почему вы все-таки проиграли? Хорошо играли, честно говоря. Вот до пропущенного гола. Вот этот пропущенный гол, я не знаю, тоже такой шальной залетел. Чуть не добежали, чуть не доиграли. Ну и вот этот гол стал роковым, честно говоря. Как-то, я не знаю, коренным образом изменилась. И за ним вот второй последовал после прессинга. Ну, чуть не добежали, чуть не доиграли. Вроде начали очень хорошо, взяли мяч под контроль, но ближе к концу первого тайма пропустили. Такой, я считаю, ну, нисколько не заслуженный, сколько вообще из игры вообще не вытекал этот гол. В принципе, мы контролировали ход игры. И, конечно, с утра такую погоду, тем более сонное состояние, и проигрывая в счете, очень тяжело собраться и отыграться, а вырвать победу – это просто нужно мечтать просто об этом. Тренер в перерыве подсказал, то, что команда соперника играет практически в обороне, то есть их количество игроков на своей половине, на их половине точнее, было значительно больше, поэтому мы во втором тайме полностью переместились на их половину поля и уже нагнетали. В конце вытащили второго столба, и я думаю, это дало свои плоды.